О, блядь, нашел. Здорово. Я тебя давно уже снимаю, прям в машине уже сижу. Вещи собираю, просрочил. А я только подъехал, он у меня машина стоит, я сижу, жду его. И он сюда проканулся, меня не видел. И я подкрался незаметно. Я думал, ты там. Думал, я в зале уже? Там сижу, кофе пью. Ну да. Что это у тебя? Секретное оружие? Что это было? Протеин под мышки запихал. Че, кофе мы не будем долбить? Сразу пойдем? Не, будет. У меня центов нема. У меня есть. Я только поел дома, надо поэтому. Давай, еще одно притрен долбанем. Кофейку бахну. Да. Я поломанный после турника вчера, вообще жопа. У меня тоже спина чуть-чуть поболела. Нормально позанимались. У меня все. Когда люди смотрят на тебя, тогда ты намного сильнее занимаешься. А кто на меня все время смотрит? Всем привет. Кстати, это? А, это тот? Да, надо с жировкой полить чуть-чуть. Подряд. Здесь. Но мы с музычкой. Мазон рубит. Может, будет плохо слышно. Что сделаем? Расскажем? Сделаем сегодня присед. Давай. Режим. Давай. И все, сразу две тренировки сделаем. Только присед и только жим. Давай. А жим верхний. Не обычный, а верхний. Наверх было больше. А, ты имеешь в виду грудак? Я подумал, жим ногами. Не-не. Грудак. Ноги и грудь. Два упражнения. Присед и жим. Я понял. Подходим по 10 того, 10 того. Передаю большой привет. У меня тут клянчила одна. Марина с Банеса. Передай привет. Передаю тебе большой привет, короче. Самой крутой, классной девчонке, пацанке, подружке в Банесе, короче. Все, тебе привет передали. Можешь успокоиться. Салют, это был салют. Buenos días. Buenas. Esto por aquí. Muchas gracias. Eso que dice fiesta, ¿no? Кофеёк подъехал. Ты все, еще тогда канале. Людей там много смотрят. У нас 317 сейчас. Уже 317? Уже 317. Спасибо вам большое, что подписываетесь. Всем передаю привет. Кто в какой стране, не важно. Кто на каком языке говорит, неважно. Всем большой привет. Приезжайте отдыхать в Вир-эд-де-Мар. Пишите, ходите с нами в качалку. Можно пожрать. Мы вам уечки будем стрелять. Можно сходить пожрать куда-нибудь. Да. Занимайтесь, как пожрем. Пообщаемся. Мы просто на халяву любим жрать. Кофейко. А, хорошо. Время сколько у нас? 10:25 где-то. Нам надо 12 закончить уже, что я думаю, на трену. Часик позанимаемся, может, быстрее, да? Да. Шурику сейчас вольнем, да. Отдых маленький сделаем, чтобы припотеть, чтобы жирок подпалить чуть-чуть. Чем тебе? Припотеть, я уже. А, подписывайтесь, как у тебя там Инстаграм? Слава Бланос. Слава Бланос, подписывайтесь. Посмотрим, сколько народу подпишется. Ты выставляй фотки каждый день, тебе там смотреть нечего. Сейчас вон на тренировку себя. Я буду фоткать сейчас. Каждый день себя фоткать. Видно было разницу, если здоровее. На горшке фоткать или нет? На горшке фотки, как выходит протеин.
как сосиски вылаживают. Если ты хочешь, чтобы я тебе составил план питания под твой вес, под твою цель, зайди в группу ВКонтакте и участвуй в конкурсе. Ссылки снизу. Кому нужно какое-то спортивное питание, протеины, гейнеры, витамины, жиросжигатели, пишите мне в личку. Так, ну что, пойдем тренить. Кофе допили. 5 минут нас сейчас бошку оторвет. Так что пора идти заниматься. Так, ну что, начнем мы делать приседания. Сделаем сначала на силу, максимум на один раз, сколько мы сможем сделать. Будем делать 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А потом сделаем на многоповторку еще где-то на 20, на 15 раз. По ходу 2-3, чтобы кровью залить максимум. А потом перейдем на жим. Смотрим. Четвертый подход. 140 кг на 4 раза. Пока все легко идет. Самое тяжелое — разогрев. Поначалу так туго идет. Кровь туда наливается, кровь сразу речь становится. На 4 раза 60. Ремень пора одевать. Ну как? Ну нормально, ну да, ремень надо одевать тоже. Так можно спину. Легче стало? Здорово. Ну да, да. Заряжаемся. Ну что ты скажешь? 180 на 2 раза. Постягивали все блины с качалки. Давай, показывай ветер. 180 на 2. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Я говорил уже. Еще раз скажу. Подписывайтесь. Загипнотизируй там. Что это за дурной здесь?
что такое? Козлодуя. Иду! Что там тех 200? Тут вон... Сколько тут? Здесь... 27 и 27,5. 75. Давай. 200. Давай, пошел. Вытянешь. Оп, давай! Давай, танцы! Я боролся. Я сейчас буду бороться с весом 200 килограмм. Хочешь себе ноги, борись с весом. Испанцы по углам уже зашились. Так, ну что? Что? 80 килограмм. Давай, борись. Упал. Что-то легко. Легко идет что-то, да? Надо прибавить тебе еще 10 кило точно. Ты что здесь нацепил? 220. Смотри, гриф погнулся. А будет видно на видосе, нет? Ну да. Видно. Будем дружить, бля. Или я тебя порву, сука. Я тебя порву, сука. Она не хочет со мной дружить, бля. Так, я отхожу, бля. А этот видос надо заснять. Штангу надо уважать, и тогда она будет с тобой дружить. Че, совсем чуть-чуть уже? Что, после большого веса сделаем сейчас в два раза меньше вес на 15 повторений, чтобы кровью залить все, всю ногу, мышцы же раздуло. Я даже не чувствую. Да ты, по-моему, и с 200 не чувствовал. Сейчас будем делать наклонный жим. 15, 10, 8, 6, 4, 2. И потом опять на 15, и все, и закончим. Сейчас на 10.
На сколько сейчас? 8. Давай. Че ты вчера со мной сделал? Пресс болит, все болит. Нет, ты телефон уже будешь страховать меня. Давай, я буду смотреть, как ты будет умираешь. Банана. Давай, пошел. Ох ты, блядь. Давай. 4 раза всего-то. Ты что, до груди дотрагивайся? Тяжело, блин. Вот так вот и качаемся. Ну, 20 на 3 раза. Нормально ты пожал сейчас. Вообще, красавчик. Ты просто там повторы включишь, типа, на 20 раз. Почти как ты. Тебе еще стараться надо. Кто там сидит? Я вижу, кто-то за монитором смотрит. Понеслась, понеслась. Завелся. Эч. А теперь поочередно. Чик-чик-чик-чик. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай, вперед.
Тут главное перед чем... Смотри, как потеешь. Это тяжело на самом деле все. Надо Кажется, что это все шляпа, а на самом деле очень сильно устаешь. А на соревнованиях таких кругов 10 там будет. Да? Да, там полчаса или час будешь позировать. Один раз я сейчас сделал, занимался. И лонг беспотный. Хуже кардио. И течет. Мышцы прожимаешь. Ну, начинаешь потеть и течет, это фигня. Ты еще на гриме, еще да. Светит. А. Вот эти вот лампы, они, да, они же. Да. Ты даже не видишь людей, которые сидят, светят в лицо. Ну что, все, на этом мы закончили. Фух, поедем домой отъедаться. Подписывайтесь на канал. Все ссылки снизу, ВКонтакте, Фейсбук, везде подписывайтесь. Участвуйте в конкурсе ВКонтакте. Ставьте лайки, делитесь, комментируйте. Можешь себя заснять. Да. Че? Че, хлесткие ноги? Че? Погнали домой.